Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо. А нам сказали, что вы ждали подарка, да? Догадывалась. А как? Не знала, но догадывалась. Догадливый. Хорошо, мы начинаем, потому что у вас много подарков. И этот букет цветов красивый, это для вас. Спасибо. Конечно, есть и корзинка с фруктами, сладости. Это тоже для вас. Спасибо. И торт. Но я не могу сейчас его дать, потому что здесь написано от кого. А вы должны догадаться. От кого? Мама, папа. Они вас любят, это 100%. У них другие подарки. Значит, с России. А с России кто? Тетя. Тетя, сестра двоюродная. Люда, Марина, Женька. Из Москвы? Да. Правильно, вы угадали, потому что они самые для вас теми драки. Суфли тут для вас, там в Киеве и без фартера, молод? Все на именитку, честь дарили. Питать свои чести торт, что с чтиц. Да. Чтиц, с днем рождения, сестренка. Это для вас. Спасибо. Они вас очень-очень любят. А что птицы лосатые, чем массаж формулосынка? Я вам помогу. Спасибо большое. Очень приятно мне. Я вас тоже всех люблю. И очень скучаю по вам. Пока. Это слезы радости, да? Да. Эмоции. Да. Наверно, санатати. Эмоции счастья. Димулька. Оревдерик, как на курендо, кучей драчка, ресан плякат. Тоти висор для вас, для вири, для тати. А это самое главное. Но Букреда, это еще индираж. Да. Потому что есть он виитор для него. Да. Ла мунца, что здесь фрумас. Спасибо большое, спасибо. 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 Все, я не подержу. Спасибо. Поздравьте. Поздравляю. Спасибо. 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 Спасибо большое.